Вы говорите, вот это, понимаете, это подлетерлося. А вы донесите, что, ребята, давайте, давайте два закона протолкнем и Россия справится. Пока они сидят по шелсте, Валя Терешкова пока с гонщиком сидят там решали. Ну, понятно, правильное слово. Тогда ничего, потому что закон вредительства российскому укладу. Все. И все сразу же сбегут. Мы коммунисты поддержим. Единороссы не пропустим. А они большинство. А вы что, КПРФ? Ой-ой-ой, с кем я говорю? Вот. Ну ладно, а что, плохие вы? Ой-ой-ой-ой. А кто в перестройку? Кто в перестройку захапал все? Расскажи. Кто бросил колхозы? Все руководители коммунисты. Кто фабрики бросил? Руководители все себе забрали, оформили самое лучшее, забрали. Кто? Да руководители коммунисты, миленькие. Вот такие, как вы, может быть, честные были. Но вас мало было, а все руководство-то, видите, все воры. Не знаю, как вас имя отчество. Валентина Николаевна. Валентина Николаевна, Бабаля, однако, да? Да. Так вот, я видел вас на трибуне. Но... Дело в том, что вот они с волчаризацией хорошо всех назвали. Так. И руководители, близкие к этой волчаризации, они быстренько начали понимать, что сейчас свобода... Так. А кто руководил? Смотри, в областном я знаю людей, которые управляли. Да, да. Один правит всеми типографиями, один правит все. Они все работали в облсполкоме. Они между собой разделили. Миленький, перестройка была хорошее дело. Перестройку надо было так. Вот объявили перестройку. Вы, руководитель, приходите в свою организацию, собираете собирание, говорите, товарищи, сейчас такое время, мы давайте вперед, давайте работать. Так? Надо было так сделать? Надо было. А не хап себе всю технику, землю, когда самые лучшие. Поверили Горбачеву, Трепачеву. Опять Горбачеву. Да при чем Горбачеву? Откуда все началось-то? Дороги-то оттуда начались. Послушай, на местах. Если коммунисты такие это, да на месте коммунист начал, вот в колхозе собрал, ребята, сейчас у нас такой прорыв, все, почему он забрал технику, лучшие земли и бросил людей? Почему? А перестройка была хорошее дело. Глубинный вопрос у нас. Потом наркота рванул. Но я поддерживаю вас. А кто? А кто перестройка, кто? Какая ты? А кто? Кто коммунисты был? Путин, Шойгу, Медведев, члены КПСС. А у нас кто? Вот это все предатели. А у нас в облсполком, и сейчас они брилка. Брилка, и вот это все, они все, этот, Игнатенко, я его знаю давно, я заходила к нему, ты преступник, я говорила, ты... У каждого имеет право на свое мнение. Идите, мол. Я солидарен с вами по отношению к этим людям. Да, это предатели. Предатели. Но был момент истины, Валентина Валерьевна. Все выяснилось, нужно, кто есть кто. Сейчас нужен закон. Вредительство. Правильно. Иосиф Виссарионович, вы капли.